Все началось 15 лет назад. Гуляки, так переводится название группы, шлифовали свое мастерство, исполняя музыку в совершенно разных стилях, словно прогуливаясь под ритмы рок-н-ролла, кантри, блюза, регги, латино. Музыканты, играющие в группе, менялись как в калейдоскопе, однако бессменным лидером The Walkers с начала и по сегодняшний день остается Станислав Леонтьев. Обычно мы берем понравившуюся песню и разучим ее в оригинале. И постепенно она трансформируется сама в процессе игры. Мы, конечно же, вносим что-то новое в эту песню, примерно так же, как это делали блюзмены раньше. Они брали любую песню и играли ее по-своему. The Walkers выступали в самых престижных клубах и на лучших концертных площадках Уфы, Самары, Перми, Оренбурга. В разное время The Walkers выходили на одну сцену с такими группами, как Парк Горького, Земфира, Неприкасаемые с Гариком Сукачевым и Машина Времени. Характер игры постоянно меняется. Если берешь какую-то там какую-то блюзовую вещь, мы ее на каждом концерте по-разному играем. Потому что вот Стас, он сам мистер неожиданности. Он может раз и что-нибудь заиграть, буквально взять и сделать модуляцию в ней. Нужно поймать это. Я уже привык к этому. Я уже понимаю, что может быть. Но это так вообще-то оно... В этой музыке так оно и происходит на концертах. Сейчас устоявшийся состав группы выглядит так. Михаил Сергуняев – бас-гитарист. Алексей Зыргин солирует на саксофоне и клавишных. И на ударных – Калинин Игорь. За последние несколько лет они неплохо сыгрались. Именно этот состав издал альбом оригинальных обработок. Бывают какие-то идеи во время игры приходят. То есть пытаешься это воспроизвести. Допустим, взаимодействие с бас-гитаристом, с соло-гитаристом. У него какие-то идеи появляются. То есть какие-то идеи возникают в процессе игры. И переделываем их по-своему. Играя на профессиональном уровне, участники Walkers выступают бесплатно. Для них на первом плане занятие любимым делом. Музыкой. Играют исключительно ради удовольствия собственного и публики. Мария Изгина, Урал Шарипов, новости культуры Башкортостана.